По последней информации, 23 человека пострадали при взрыве в Махачкале. Основная версия – утечка газа. Хлопок раздался на цокольном этаже ресторана в Ленинском районе столицы Дагестана. В этот самый момент там вовсю праздновали свадьбу. Многие раненые гости праздника. Их доставили в городскую больницу и травматологический центр. Пятеро в тяжелом состоянии, у них ожоги больше половины тела. По данным спасателей, в кухне скопился газ, что и привело ко взрыву. Однако окончательную причину пока не установили. На месте работают эксперты. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, связанной с взрывом бытового газа, задействовано 23 человека личного состава главного управления, 7 единиц техники. От республиканских подсистем РСЧ задействовано 23 единицы техники, 79 человек личного состава.